До наступления Нового года остались считанные дни. Первым в череде праздничных событий стало открытие главной городской елки на площади Нефтяников. Несмотря на сильные морозы, в центре города собрались многие. Жители приходили с семьями и поодиночке, и, конечно, дети всех возрастов. Ведь, наверное, именно они больше всех ждут чудес в праздник. Веселая музыка, звонкий смех юных охинцев, улыбки и радость от предвкушения новогодних торжеств. В центре площади зеленая красавица, сверкающая разноцветными огнями. К открытию городской елки организаторы подготовили интересную программу. Детвора и взрослые водили традиционный хоровод, участвовали в подвижных играх, соревновались в викторинах, веселились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Украсили праздник выступления творческих коллективов города. Вокруг елки на площади возвели зимний городок. Традиционные горки различных размеров для детей всех возрастов. Лабиринт и новшество этого года – красивые и изящные ледяные фигуры, которые уже завоевали популярность у охинцев. Новый год – время чудес, ожидание перемен, и все встречают его по-разному. Как всегда, сидеть с семьей, праздновать, всех позвать в гости, потом, наверное, сходить на площадь. Все хорошо, хочу, чтобы у всех было в доме достаток был, чтобы побольше всем пенсии выплачивали, чтобы все зарплату большую получали и продукты стоили поменьше. А что вы будете делать на новогоднюю ночь? Новогоднюю ночь я буду с внуками, придем на елку, проведем так Новый год. Веселиться и отдыхать. Дома с семьей. На Новый год мы соберемся всей семьей, потому что у меня 4 сестры, куча родственников и племянников. Я уже заготовила целый сценарий, мы там будем детям сказку показывать и новогодние пожелания по телевизору. Да. Скажите, а что вы ждете от Нового года? Ну, мы ждем, конечно, что у нас стабильность будет такая в стране, что мы сможем чувствовать себя тут, ну, счастливыми. На площади Нефтяников царила доброжелательная и праздничная атмосфера. Жители города, и стар, и млад, активно участвовали в играх вместе с волшебными героями – Снегурочкой и Дедом Морозом. А самые активные и самые стойкие от доброго дедушки получили сладости. Главная городская елка открыта, а вместе с ней пошел отсчет последних дней уходящего года.